уважаемые друзья, фолловеры, хейтеры, радиослушатели и телезрители. Сегодня начинаем Конаковский челлендж «Спорт против коронавируса». Он посвящен тем, кто сейчас сидит дома, не знает, чем заняться, ест 8 раз в день и потихонечку набирает килограммы. Итак, смотрите, что нужно делать. Первое упражнение будем делать отжимания, общеразвивающее упражнение для мышц плечевого пояса. Раз, два, три, четыре, еще поскипывают локти, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, голосок лежит, 19, 20. Следующее упражнение для мышц брюшного пресса, для того, чтобы не было большого живота, который наедается очень быстро на карантине, тоже делаем 20 раз. Поднимаем ноги и одновременно сгибаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, Никита, делай, шутка, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15. Еще одно полезное упражнение, общедоступное, все известное, это приседание. Ноги на ширине плеч, можно чуть пошире, спинка прямо, руки перед собой, хотите прямо, хотите здесь. Выполняем также 20 раз. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, можно улыбаться, 9, 10, 11, погладить кота, 12, 13, 14, 15, 16, 17, вот колени не скрипят, 18, 19, 20. Еще одно общедоступное упражнение, которое можно сделать даже утром вместо зарядки для самых ленивых, но после него уже совсем не хочется спать. Это обычная банальная планка. Нужно просто лечь вот так на локти, упереться пальцами ног в пол и попытаться оторвать свой живот, как бы это ни было тяжело, от поверхности пола. Засекайте время. Начинаем с одной минуты. Рано или поздно все начнет трястись. Не ровная спина? Именно. Бицепс напряжена. Не видно ничего. Минутка не прошла еще? Нет. 12 секунд осталось. 10. 12 секунд я дотерплю. 5. 4, 3, 2, 1. Все, есть. Падаем. Вот, очень хорошо упражнение, рекомендую. Я передаю эстафету здоровья тренеру по лыжным гонкам нашей спортивной школы ДЮСШ «Олимп» Наталье Алексеевне Муравьевой. Предлагаю сделать все то же самое на один раз больше, ну а планку хотя бы на 5 секунд. Этот первоапрельский челлендж касается не только наших доблестных и любимых тренеров города Конаково и Конаковского района, ну а также относится ко всем нашим спортсменам, маленьким и большим. Занимайтесь спортом, делайте такую зарядку дома, присылайте свои видео, а мы обязательно смонтируем грандиозный видеоролик по окончанию этой несчастной пандемии. Будь она неладна.